предыдущей серии War Thunder. Чтобы не смел больше играть нами, гребаный нуб! Грудей. Дорогой, опять кошмары? Да, милая. С каждым днем все ярче и ярче. Что ты видел? Неужели снова его? Всем хай! С вами Юджин, и мы сегодня снова будем играть в War Thunder. Да, кто бы мог подумать, что мы вернемся в эту игру. А мы и вернулись. Потому что тебе заплатили. Потому что мне... Что? Нет! 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 Все, все искренне. Искренне желаю, чтобы вы скачали эту игру по ссылке в описании. Ну а поскольку вы молодцы и перешли по ссылке в описании и скачали таки игру, знайте, что вы оказали огромную поддержку мне. Спасибо вам большое, теперь я смогу дальше реализовывать свои крутейшие проекты типа BFF. И типа сериал Game Hunters, и типа комикс Game Hunters. Это все благодаря вам. Спасибо вам огромное, друзья. А теперь к делу. Серьезно. Вперед. 40 нубов, таких же, как я, ожидают боя. Не хотят нас пускать. Дурная слава пошла. Впереди меня. У нас с вами режим превосходства. Я в этом преуспею. Я свое превосходство перед зеркалом 1000 часов отрабатывал. У меня получалось. Я превосходил. Зареспаунились. Никого нет. А, вот мои ребята. Мы будем сегодня играть на максимум. Стараться убивать. Я уже застрял. Ой. Ой, блин, ломается все. Я превращаю руины в еще большие руины. Как у нас дела? На горизонте все чисто. Команда противника захватывает зону А. Это та самая зона, в которой я хотел поехать. Надо было слушать свое сердце и ехать к противнику. Может быть, мы бы там пересеклись. И может быть, это стало бы началом прекрасной дружбы. Потому что еще лучше, чем доминировать, я умею дружить. Вот он! Иноземец, нелюдь! Давай, высовывайся. Надо с другой стороны зайти, блин. Огонь артиллерии, черт. Да едь ты уже! Так, это какой-то рынок, походу. Надо будет прикупить снаряды здесь. Ба! Просто из ниоткуда вылетел снаряд. Продавец рынка такой, нужен этот снаряд, на, лови! Заряжайте пестик, пацаны, мы едем. Интересно, он знает, что я еду? Критические повреждения, просто в харю! Попадание! Их там погибло прилично. Мне нужно занять более удобную позицию. Вот этот чел, он грамотно встал за камешком. И я тоже так сделаю. Эй, привет. Я тут тебе пристроюсь, Сань, ты не против? Не волнуйся, я шарю в параллельной парковке, я умею. Я посчитал это оскорблением. Я могу повыше поднять свой ствол, черт? Выстрел! Наверняка кто-то попадал так, по-любому. А раз кто-то попадал, у меня тоже есть шанс. Только что по радио «Смерть в пустыне» сообщили, что преимущество на нашей стороне. Вон, ребята, стоят на точке А. Я хочу зайти с фланга. Точка А освободилась, наши захватывают. Самолетик лети, значит. You gonna die! Ты хочешь попасть по нему, сволочь? Come to me! Он близок! Смерти своей близок! Стреляй! Надеюсь, догоночку прилетит. Команда захватывает зону Б. Зона Б, я еду! Я еду! Йоу-йоу-йоу-йоу-йоу, вон он стоит. Блин, стою теперь я. 30 секунд я буду стоять. Ну, давайте, крутите гайки быстрее. Ребят, хватит стрелять, у меня тут время увеличивается. Вон справа еще летит. Призовем малыша по имени БТ-5. Мы проиграли. Ладно, ребят, я просто недостаточно разозлился. Не был готов я к войне. Надо всю свою злость. Всю свою злость опрокинуть на мир. Ich bin der Vogelspach, das German Tank geschlagen poch. Der Gesicht mich dafflt voll. Хламедах! Кто посмел стрелять по мне? О, кефирля, фах ты пиш! Окей, тогда я налечу на них сверху. Сразу подкосил горизонтик, Что-то я далеко как-то начал. Вот такими вот телодвижениями поступательными мы ускоряем наш самолет. Вон он, паскудина! Паскудина попадание! Черт, черт! Это не друг! Выше! Кажется, я больше не лечу, а падаю. Нет, стоп! 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 Последняя надежда. Танк с опухолью на стволе. Возможно, это что-то серьезное, тебе стоит провериться. Я же говорил! Я же говорил! Дорогой, ты снова видел его? Не бери в голову, это всего лишь дурацкий сон. Нет,
Нет, я падаю. Все из-за тебя. Держи штурвал и спасай нас. Главное в самолетных боях – это следить за горизонтом и свалить за горизонт. Вот он ты! Смотри, какой ты озорной! Что это у тебя пипка торчит? Ну ничего. В конце концов, кто я такой, чтобы тебя осуждать? Вот у меня тоже торчит. Давай, маши плавниками своими задними. Ускоряйся. Оружие заклинило. Да, блин, только что перезарядил. Какого фига? Кто его заклинивает? У меня идея. А давайте-ка полетели наземную технику мочить. Кому? Немножко вот так вот виляем. Чтобы запутать врага, который, возможно, смотрит нам просто... Вот! Да, я был прав, он прямо вот здесь! Он хотел подстеречь меня! И они по мне стреляют, смотрите, пульки летят, взрываются! А что, петардами в меня кидает? Давай! Я сбил самолет! А, поток! Град! Как я грамотно избежал порки! Смотрите, похож на меня, только уродливый! Вот еще один летает тут. Надо бы развернуться, да? Поговорить с ним с глазу на глаз. Попадание... Хорошо. Попадание это люблю. Я такое сообщение. Попадаю я. Критически попадаю. Он мой, и у меня его не отнять. Че это он такой медленный стал? Че такой медленный стал? Аккуратней. Есть. Ха-ха-ха. Он едет, пшеницу собирает. Заклинило. Его это спасло. Скорее крутите там всякие гайки. Вот. Слышал звук характерный. Это был звук кубиков льда, которые упали в мой стакан с колой. Че там ползет? По земле. Я кахнул ему на голову. Это я коварно. Вон еще один. Слишком много дымишь, сэр. Ты себя выдал. И я тебе выдал. О, эпичная фраза. Я герой боевиков. Перегрузка 7G, да мне плевать. Потерял сознание. Встань, разбудись. Ой, этот звук нехороший. Кажется, он не проснется уже. Кузьма Фьюри. И Макар Фьюри. Че, клан? Ребят, можно к вам в клан? Он поливать меня вздумал. Поливать, а я вилять. Есть, я ему критически подбил пуканчик. Блин, я тащер. То, блин, редьку тут давит, а? Получай. Он еще один. Скорее. Вау, разминулся. И вернулся. Вон он. Он тоже, кажется, принял бой, да? Бип. Да почему? Как так? Че, я же старался, я убивал. Ладно, мы проиграли, но я не проиграл, надеюсь. Я так больше не могу! О, боже мой. Я думал, что с ним покончено. Но он словно все еще пытается взять надо мной контроль. Ведь поначалу все было хорошо. Но затем эти сны... Почему бы нам не взять... Шикарную лодочку. Мощь. Посмотрите, сколько всяких торпед у меня. Тут 4 торпеды. И все не муляж. И всего 2 друга такие, смотрите, а. Хорошо бы сегодня выбрались с тобой на прогулку, да. И никакого гейства причем, да? Да. Ну или попозже чуть-чуть только, если... Да, да, хорошо. А, вон еще двое там сидят в кабинках, в теплице. Смотрите, на Кью мы можем пустить торпеду. Кайф. Почувствуйте на себе гнев Посейдода. Он хамло пытается тут летать. Ну-ка, не летать мне. Умреть. Приказываю умреть. Страдания, посмотрите, страдания. Есть! Стреляй! Чё-то он не стреляет. А, пробел. Ну, пошло? Вот, чё-то пульнуло. Давай, ну! Блин, я чё-то мимо косо стреляю. Вот сюда надо, вот сюда. Давай, последняя. Бам! Прям перекинул им на палубу. Чё происходит? Я убил! А, нет, я помог убить. Нормально, мы так с тобой вышли погулять сегодня, да, в море? Знаешь, я рад, что я с тобой здесь, друг мой. Мы уже с тобой есть несколько часов плаваем, а гейство все еще не началось. Ну, разве не здорово? Что это? Что это за звук? По мне бомбежка? Да вы что творите вообще? Все, не отстанет от меня, я чувствую. Миссия провалена. Да, фак. Почему они проваливают миссию? А, кто надымил? Это же хорошо. Мы сейчас включим Q и направим это в это. Сейчас, не погодите, они так и не работают. Чем мы не едем? Поехал. Отдать паруса, отшвартовать что-нибудь. Короче, я не знаю команд морских. Давай, пошла. Ну-ка. Плох, как лох. Лох, сдох, как лох. Я себя кританул, кажется. Этот чел вообще один за всех отдувается. Слушайте, он как гэнгста прям держит свой ствол. Не вот так, а вообще вот так. Его таранят.
Его поглотили. Какой-то прям Рэмбо стоит здесь. На все плевал. Посмотрите, встал вальяжно, ножку выставил. У него горит уже все, да ему пофигу. Выпустить торпеду. Давай, давай прям, черт, мимо проплыла. Блин, ну как обидно. Я выведен из строя. Вот это я злость выместил только что. В бой! Мы на подлете. Да-д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 а. Просто измазюкал его в дерьме. Вот он, корм рыбий. А, аккуратней. Все, все, давайте отходим и заходим. Так-так-так-так-так-так-так. Ха-ха, поджег. Давай-давай-давай. Блин, нет. Черт. Вода, кажется, очень... Смотрите, нефть разливают. Ну как так? Я старался, но вот никак. Это не может больше продолжаться. Пришло время радикальных мер. Значит, вы убили Юджина. И теперь его дух вас преследует по ночам. Я вас правильно понял? Ну, разумеется, правильно, я же медиум. Вы все верно поняли, Пози. Я же говорил, что он шарит. Вы пришли по адресу. Я могу вам помочь. И... слегонца загляну в будущее, я вижу, что смог вам помочь. Ого, да он еще и будущее видит. Слушайте внимательно. Сейчас мы проведем чертовски опасный ритуал. Самый опасный из когда-либо существовавших в черной магии. Риск быть низвергнутым в преисподнюю настолько велик, что наши шансы слишком малы. Но ты видел будущее и сказал, что у нас получится. Вот именно. Поэтому вообще не паримся. Фух. Ну что ж. Чтобы начать ритуал, возьмите друг друга за свои стволы. Не по-гейски. А, ну окей, давайте. Юджин? Что? Пози, чувак, спасибо большое, что оживил меня. Благодари не меня, а своих друзей. Какого? Они так винили себя за то, что убили тебя, что видели тебя каждую ночь во сне. О, друзья, это так мило. Спасибо вам. Фу, давайте отпразднуем воссоединение очередной каткой World Thunder. Я тоже присоединюсь. Нет, мы не это имели в виду. Мы хотели, чтобы он навсегда оставил нас в покое. Горите в аду. Слушай, а убить его второй раз было весело. И кажется, что теперь я буду спать спокойно. Чувак, тебя что, тоже убили? Ага, и я такого не предвидел. Хочешь, научу проникать в чужие сны? Давай! Что, друзья, надеюсь, вам понравилось это видео. По факту, вот если смотреть по факту и по справедливости, я сегодня много пулял. Сколько людей погибло, и танков погибло, и самолетов, и все мои. Я по чесноку, я стараюсь играть в эту игру. Вот, возможно, есть люди, которые просто, которым не суждено воевать. Но они стараются. Они все равно воюют, хоть им и не нужно. Может быть, мы еще и вернемся в эту игру, посмотрим, как сложатся карты. Ну, все равно хорошо постреляли, да? Я думаю, да. И на этой позитивной ноте мы с вами закончим играть в War Thunder. Призываю вас всех зайти по ссылке в описании и скачать эту игру и пулять за меня. Мстить за меня. А еще для меня это будет отличной поддержкой от вас, дорогие друзья. Огромное всем спасибо, что смотрели. Надеюсь, вам понравилось. Если понравилось, то поставьте лайк, подпишитесь на канал, вступайте в мои соцсети. Все ссылки также будут на них в описании под видео. С вами был Юджин. И хотел бы сказать огромное спасибо Пози за то, что он поучаствовал в этом ролике. Подписывайтесь и на его канал. Ставьте ему тоже 1000 лайков. На этом все. Всем пять!